Перешел границы своих полномочий и дозволенности. Отсутствие культурной дипломатии. У него психическое расстройство. Он выражается в угрожающей манере. Эти и другие многочисленные комментарии адресованы Николу Пашиняну от карабахских пользователей социальных сетей. Написаны столь неприятные послания исполняющему обязанности главе армянского правительства после его публичной порки сепаратистов, оккупированного вооруженными силами Армении Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Последних Пашинян призвал не вмешиваться в дела Армении и заняться своим делом. Тем самым он еще раз показал существенную разницу в отношении к карабахским армянам и гражданам Армянской республики. Опомнитесь и займитесь своей работой. Конечно, я обсужу с вами все то, о чем упомянул, но уже после выборов. А до этого, повторюсь, займитесь своим делом. Комментарии в связи с поведением Пашиняна опубликованы под постом проживающего в оккупированном Карабахе Карена Агаджаняна. Он сетует на то, что не думал, что руководитель Армении когда-либо может дойти до такого уровня озлобленности в отношении Нагорного Карабаха, как это происходит теперь. Выразив негодование главе армянского правительства, он подчеркнул, Пашинян должен публично извиниться перед карабахскими армянами за нанесенные оскорбления. За эти несколько дней, одержимые предвыборной кампанией, сделали все возможное, чтобы такие люди, как я, начали отворачиваться от вас. Из ваших уст теперь вместо пропаганды любви и толерантности льется ненависть ко всем тем, кто не согласен хоть с чем-то с вами. Николу Пашиняну также было настоятельно рекомендовано не вмешиваться и не диктовать другим, как им жить. Мехрибан Касумова, CBC.